впечатлил ли кто-то из соперников так по-серьезному, знаешь, на будущее? Или все-таки... Ну, не знаю насчет того, что впечатлил, как бы... Смотрел не всех ребят, я надеюсь, ну я еще посмотрю, будет возможность такая. Вот, но ребята, соперники те же, которые выступали на финале со мной в гран-при, и еще на неких стартах на гран-при, я уже знал. А так, в принципе, особо, мне кажется, никто не впечатлил, все отработали на хорошем уровне. Всех поздравляю, кто попал на пьедестал. Молодцы, безусловно, я за них рад. Ну, будем работать. Тренер что сказал по окончанию твоего выступления? Будет бить меня, сказал. Вот, потому что, в принципе, до победы не хватило совсем ничего. Это прыгнуть один тройной аксель в первой половине, который я сорвал. А там уже он плюс 8 баллов мне бы дал. И... Вопросов бы, собственно, не было больше. Вопросов бы не было, точно. То есть для победы? Да, для победы мне не хватило одного прыжка, и вот я сейчас сижу, писаю локти. Но все равно с бронзой, я думаю, спасибо. Что в том контексте, в котором было после короткой программы, это... Спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас будет чемпионат мира? Да. Ты приедешь, да? Да, я думаю. Обратно нашивать? Я думаю, там уже не будет таких критерий. Кто знает, кто знает. Да, правда, конечно. А ты на липучку сделай, знаешь, что не получится. Я же прыгаю, он оторвется. Скажи медаль. Медаль. Ну, я безусловно рад. Он перископ кричал. Он очень тяжелый. Да, можно подержу? А можно я тебя щелкну? Не убегайте, вас охрана поймает. Да, тяжеленькая.